Вариант 14. Чай – самый популярный напиток в мире. Мировыми лидерами в производстве чая являются Китай, Индия, Шри-Ланка, Япония и Кения. Чай выращивают также в ряде регионов Африки, Южной Америки, Европы, Турции, Азербайджана и Грузии. Лидерами мировой чайной индустрии по-прежнему остаются Индия и Китай. Индия – один из крупнейших мировых производителей и экспортеров черного чая. В Индии чай выращивают на севере и северо-востоке Западной Бенгалии, а также на юге. Китай веками занимает ведущие позиции в чайном производстве. Китай – это родина чайного растения, и именно отсюда распространилась на весь мир самобытная чайная культура. Главное преимущество китайского чая – это разнообразие сортов. Здесь производят почти все виды чая. В Японии чайная культура формировалась веками, и хотя там изготавливают только зеленый чай, однако он отличается вкусовыми свойствами. Японский зеленый чай обычно заваривают в маленьких чайниках, которые назывались кюс. Основными чаеводческими базами Азербайджана сегодня являются Линкоранский, Астаринский, Лирикский, Закатальский административные районы. Чайные плантации этих районов переданы в пользование сельским фермерским хозяйствам. Сегодня чай производят более 30 странах мира. В общем, изготавливают ежегодно более 3,5 миллиона тонн чая. И ежегодно производство растет.